Но если представить, что на сегодняшний день там поликлиника ютится на 1500 квадратных метров, то здесь 10 тысяч квадратных метров. Очень хорошо сделаны стоматологические кабинеты, очень важны, в том числе и для детишек. Очень большой, хороший набор, да, хорошее благоустройство. Для этого нам необходимо вот сейчас выделены деньги, значит, из федеральные деньги на проведение кислорода. Вот мы сейчас проведем кислород, и в принципе все остальное, санпропускник уже построен, сотрудники обучены, получили, значит, обучение по анестезиологии и реанимации и по инфекционным болезням. Все, есть сертификаты, и мы готовы принимать пациентов с ковидом.